преддверии Дня защиты детей в стенах МВД России по Приморскому краю сотрудники полиции поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, с праздником и началом долгожданных летних каникул. В праздничной обстановке начальник управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков вручил детям подарки и напомнил юным гостям о том, что двери краевого МВД всегда открыты для них, здесь их всегда будут любить и опекать. Органы, которые поддержали нашу организацию, потому что мы существуем только за счет вашей поддержки. Поэтому благодарны вам и надеемся в дальнейшем на вашу поддержку. Это позволяет нам поддержать и встретиться с детьми и перед началом учебного года, и перед Новым годом, и сделать какие-то подарочки детям. Много теплых слов сказала ребятам Нина Фисюн, вдова полковника милиции Виктора Фисюна, героически погибшего в Афганистане. На протяжении многих лет Нина Сергеевна занимается общественной работой и помогает членам семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Поздравляем всех с Международным днем детей. Желаем вам счастья, здоровья, всего самого лучшего, чтобы ваше лето прошло прекрасно. После поздравлений дети отправились на экскурсию в Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, завершили встречу совместным походом в пиццерию. Отметим, что проведение таких мероприятий является для сотрудников Приморской полиции доброй традицией. Они окружают заботой и вниманием детей коллег, погибших при исполнении служебного долга. Анна Дьякова, новости на Восьмом.